Всем привет! Вот так мы гуляем на поводке. Наша первая прогулка. Мы решили чуть-чуть пораньше его выпустить. Вот видите, у нас какой намордник. Но это не намордник, а это чтобы щеночки, что попало, не кушали. Поберушки, чтобы не ели, не брали. Пылесосик, да, чтобы не пылесосил. Антипылесос. Красавчик? Арчи, красавчик. Арчик. Ну и бестолковый же ты псина, а? Арчик. Хоть и порудистая. Кстати, сегодня что натворила? Ну-ка давай рассказывай. Да ничего не натворил, в порядке вещей. Ваня чуть его не убил. Что натворил? Первый раз перегрыз мой провод для телефона, Вань. Возможно, что. А второй раз, значит, потом Ваня перегрыз интернет-провод? Сперва интернетовский старый. Может быть, он от старости уже по колесикам Ну, судя по тому, что Дощенко было, хоть и старый, он работал. Потом у Ксюши телефонный кабель. Зарядное устройство с телефоном погрыз. Поэтому сейчас этот, он пока на зарядке стоит. Ну и сегодня притаскиваю кабель интернетовский, подсоединил. Он давай жевать, по носу получил газеткой. Зашухарился, такой тихий, спокойный был. Ну ладно, ушел на работу. Купил кабель-гон, кабель-канал на 2 метра, 16 на 16. Думал, сейчас его поставил, а он говорит, хороший Арчи, еще перегрыз. В отместку за то. Ваня, мне Ваня говорит, я, говорит, его сейчас прибью, говорит. Арчи. Нет, ты хороший песик, хороший песик. Хороший. Взял меня без интернета, оставил. Ну ничего. Ну, Арчи, будешь ты мне сегодня тигра первая, а я Т-34-85. Хороший мальчик. Какой хороший? Идет с хорошим дядей. Кстати, Вань, надо ему жетон будет купить. И там гравировка, говорят, бесплатно. Слушай, а может быть этот не жетон покупать, а чип ему вживить? Не надо. Мы идем за Дусей в этот детский сад. Все. Хорошо. Давай, видишь, он уже начинает. Пошли, пойдем. Ага. Арчи, не бойся, пошли. Арчи, ну не снимай ты поводок. Что ты делаешь? А он слышит, что это поводок, а это не поводок, это поводок. Намордник снять. Ну что, уберем тогда? Ну убирай, что делать? Будем давай, говорить фу. Жрать не надену. Нет, просто надо ему говорить и приучать его к фу. Пойдем. О, видишь, как моментально. О! Запутал. Хватит нюхать, пошли, Арчи. Нам за Дусей надо, а то мы не успеем. Арчи. Скажи, нужно мне это ваша Дуся? Я и сам как... Он рымачу, наверное, кто-то там, ну, да, пометил. Пошли, Арчи. Подожди, пошли. Арчи, вот ты же будешь жрать, что попало, по мордасам получишь. Давай. Оп. Арчи, стой. Шустрый ты малый. Стой. А, все, пошли. Пойду. Давай. Давай, телефон тогда. Зачем тебе телефон? Пошли, Арчи. Пошли. Так, на тебе пакет, на всякий случай. Да. Что она это с зелеными, синими какашками? Пошли. Арчи, пока. Вот, красавчик, нас ждет Дуняшка. Вот. Дуняшка сейчас должна выйти из детского сада. Вот. В детский сад нельзя с собаками ходить. Мы ждем около забора Дусечку нас. Да, Арчи? Давай, сидеть. Фу. Все нюхает, все ему интересно. Дрожит от страха.
сейчас мы встретили большую собаку, я, правда, не запечатлила. Он его там тоже кобель понюхал, его. Этот начал уже рычать. Вот дурачок, а. О, встреча Дусильды с собакой. Вы делаете? Вы еще делали прививку? Нет. Прививку? Сделали все, да. Да. Скажи, да. Дусь, это не Элла. Это так не она Элла. Не будет бегать. Он не Давай будет так бегать. Нет, не надо отцеплять. Да как, ему нравится на руках-то. Он воткнулся тогда. Нравится с на руках. С Дускиных рук, понял, лучше на руках. На больших и удобно. О, какой ты хорошенький. Дусь, по голове не надо так делать. Они тупеют. Да? Да. Ну, папа так говорит. Мы тебя гладим часто по голове. И женщин тоже. Так. Я начинаю, он подбегает, облизывает конкретно. Да. Надо будет прикол показать. У тебя же жалеет, наверное. Ага. Еще и гавкал, но... Да? Где? Кто поет? Катится, голубой вагон. Какой Гена поет? Голубой вагон бежит, качается. Дальше что? Скорый поезд набирает ход. Что там дальше, я не помню. В дальний путь. Нет, да. Что-то там детство не кончается. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Прыгай, прыгай. На старт. Внимание, марш. Зачем его за попу-то брать? За передние лапки, Дуся. Передние, где лапки? Вот, подмышечные вот эти впадины. Так, еще надо сейчас в ветеринарку зайти. Ой, мало. Вот, держи его, держи. Неужели? Ну, сейчас эти задние лапы надо подобрать. Не знаю. Вот у нас рядом ветклиника. Дуся, сюда. Да? Угу. Так, работает ежедневно с 10 до 9 вечера. Заходи, Дуся. А, ты где? Мы тут поставим. Похоже, у мамы... У меня малонные. У тебя голубые, у мамы голубые, видишь? Не, у меня зеленые. Какие зеленые? Вот. Нет, у тебя голубые, как у мамы, смотри. Нет. Ты помнишь, у меня есть. А, зеленые есть еще. Да. Я вот так. Я сделала. Не, я делала. А. Вот. У меня малонные. Ладно. А у меня тогда какие? Голубые. Голубые? Вот зеленые.